Сегодня идем стричься в Total. Давай зайдем. Место. Заведение формата, не формат. В принципе, в городе уже довольно-таки много кто знает о нем. Делаем татуировки, стрижем людей, делаем все возможное, чтобы выйти на качество. Ребята, которые хотят показать, что в городе не все так грустно, как кажется. Сейчас появился барбер, это парень, который с Дагестана, в общем, сам родом, работал в Москве, в Питере, в сетях всемирных. 8 лет опыта у чувака, и стрижет он, не залазя языком в зад. Он делает все молча и делает работу. Вот. То есть он не говорит за свою работу, а работа говорит за него, в принципе. Так что я не хочу рекламировать. Просто волосы растут всегда. Приди, постригись, как бы, и потом все поймешь сам. А сегодня твой барбер, он меня побреет, посрежет. А ты можешь по щелчку вот так вот, чтоб бац, и у меня все ушло. Ну, давай. Сейчас не получилось, дай мне тебе. Нормально получилось. Еще раз, заново. Давай. Так, подожди, двумя руками. Че ты вообще? Фокус не с тебя ни о чем. Давай, давай стричься уже. Профессионально и недорого. И это не реклама, это так чисто респект просто за шикарную работу. Все, приходите к нам.